эскалация или эндшпиль, к чему движется Запад в украинском конфликте. Украинский проект, реализуемый в рамках антиевропейской войны США, вступает в фазу очередного осеннего обострения, если быть точными, третьего по счету. Так уж повелось, но именно в этот период года администрация Джо Байдена приоткрывает карты, внося существенные коррективы в ход своей игры. Три поворотных момента, как США меняли расклад карт. Уже к концу лета 2022 года к Европе начало приходить понимание, что придавить Россию санкциями не удастся, как и изолировать ее на международной арене. А значит, украинский конфликт — это надолго, и западным союзникам Киева придется нести колоссальные издержки. На этом фоне в Европе, оказавшейся на пороге энергокризиса, зазвучали призывы «отмотать обратно». На тот момент это казалось вполне реальным, однако реальностью так и не стало. В конце сентября 2022 года произошел подрыв северных потоков, и, пожалуй, это стало одним из ключевых моментов американской игры в Европе. На дне Балтики был похоронен крупнейший энергетический проект, призванный на годы вперед обеспечить экономическое развитие Европы и прежде всего ее локомотива – Германии. Самое удивительное, что похороны европейской мечты Брюссель превратил в праздник. Европейские элиты отмечали избавление от энергетической зависимости от России и начало новой эры зависимости от США. Однако спустя год от наигранного оптимизма европейцев мало что осталось. Примерно в октябре 2023 года в антиевропейской стратегии США наметился новый поворот. Вашингтон начал резко сворачивать финансовую помощь Киеву, перекладывая бремя ответственности на Европу. Очередной поворотный момент, судя по всему, был запланирован на октябрь нынешнего года. Он предполагал серьезную эскалацию украинского конфликта с прямым вовлечением в войну европейских стран. На повестку дня был вынесен вопрос об отмене запрета для Украины атаковать Россию дальнобойным оружием, поставленным странами НАТО. И прежде всего, европейскими странами Альянса. Ведь сами американцы подставляться под удар не станут. Однако в этот раз с планами США не все так гладко. Ожидалось, что решение по дальнобойному оружию будет принято 12 октября на встрече лидеров США, Великобритании, Франции и Германии в формате «Рамштайн». Однако накануне президент США Джо Байден отменил свое участие в саммите. По официальной версии, из-за урагана Милтон. Примечательно, что вслед за Байденом визит в Германию отменил и госсекретарь Энтони Блинкен, который вполне мог заменить американского лидера на переговорах. В итоге в правительстве Германии сообщили, что заседание в формате «Рамштайн» переносится. В то, что природа вмешалась в стратегические планы США, верится с трудом. Логичнее предположить, что на Западе так и не пришли к консенсусу в вопросе дальнейшей эскалации. Представители так называемой «партии войны» пытаются убедить себя и других, что решение по дальнобойному оружию не несет угрозы Европе. Мол, Россия не решится на жесткий ответ, а удары по ее территории вынудят Москву сесть за стол переговоров. С другой стороны, в «партии мира» полагают, что решение по дальнобойному оружию не только отсрочит начало переговоров по урегулированию конфликта, но и может привести к расширению конфликта за счет европейских стран. Война в решающем моменте. Запад может сменить позицию. Неопределенность, вызванная столкновением этих двух позиций, сегодня отчетливо прослеживается в публикациях крупнейших западных СМИ. В последние недели в американской и европейской прессе появился ряд материалов, в которых говорится о том, что Запад может сменить свою позицию в отношении украинского конфликта и, главным образом, в вопросе, на каких условиях может быть достигнут мир с Россией. На этой неделе в британской газете Financial Times была опубликована редакционная статья, в которой говорилось, что Вашингтон и Киев начали менять цели войны. Издание отмечает, что в Вашингтоне, а также в некоторых западных столицах и самом Киеве меняются настроения.
Украина и ее западные союзники вынуждены признать, что урегулирование конфликта путем переговоров может быть лучшим шансом для Киева сохранить те украинские территории, которые на сегодняшний день еще не заняты российской армией. Украина вступает в свою третью зиму войны. Ее настроение мрачнее, чем когда-либо. На востоке ее войска постепенно теряют позиции перед натиском противника, пишет Financial Times. Поскольку половина систем электрогенерации в стране уничтожена, украинцам предстоит по нескольку часов в день обходиться без света и тепла в самые холодные месяцы года. Ситуацию усугубляет и эскалация войны на Ближнем Востоке. На этом фоне даже те западные столицы, которые ранее настаивали на необходимости нанести России военное поражение, теперь пересматривают свои цели. За закрытыми дверями поговаривают о сделке, которая позволит Москве сохранить контроль над занятыми российской армией территориями, в то время как остальная часть Украины сможет вступить в НАТО или будет обеспечена эквивалентными гарантиями безопасности. Под этим зонтиком Украина сможет восстановиться и интегрироваться в ЕС, подобно Западной Германии во времена Холодной войны, пишет Financial Times. Однако издание полагает, что Россия на сегодняшний день не заинтересована в подобном исходе, ведь одна из заявленных целей СВО – предотвратить наступление Украины в НАТО. Недели ранее Financial Times также писала о том, что мобилизация в Украине вызывает социальную напряженность. Общество истощено, и даже военные на фронте хотят переговоров. В Киеве настаивают на том, что Украина должна вернуться к границам 1991 года. Однако в ВСУ в подобную возможность не верят, отмечает издание. О том, что Владимир Зеленский может смягчить позицию касательно условий завершения конфликта, на этой неделе написал и Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к НАТО. Украинские чиновники готовы признать, что должен начаться эндшпиль, сообщает агентство. По данным агентства, Зеленский сейчас готов придумать более гибкие решения. Это связано в том числе с тем, что поддержка Украины западными союзниками ослабевает. В то же время давление со стороны Запада растет. Партнеры требуют от Киева более конкретного плана завершения конфликта. Что касается так называемого «плана победы Зеленского», то в США данная инициатива была встречена прохладно. Bloomberg отмечает, что на Западе уже присматриваются к возможности завершения конфликта путем переговоров. При этом один из ключевых пунктов будущих переговоров – членство Украины в НАТО – вызывает разногласия среди союзников Украины. О решающем моменте в украинском конфликте и готовности Зеленского к переговорам с Россией пишет испанская газета «El País». Издание полагает, что Украина подошла к пределу своих военных возможностей. Военная поддержка Запада под большим вопросом. «El País» не исключает, что Зеленскому придется начать переговоры с Россией и пойти на болезненные для Киева уступки. При этом газета отмечает, что Зеленский к переговорам уже готовится. Однако он хочет подойти к переговорному процессу с сильной позицией. Для этого было осуществлено вторжение в Курскую область. Правда, в итоге оно принесло мало пользы. Теперь Зеленский надеется спасти ситуацию, уговорив Запад разрешить удары по России дальнобойными ракетами, отмечает «El País». Американская газета «The Washington Post» обращает внимание, что после недавнего визита Зеленского в США Украина оказалась в подвешенном состоянии. У Зеленского есть свой план победы, однако детали стратегии Киева выглядят туманно. По мере того, как конфликт все больше напоминает патовую ситуацию, поддержка со стороны западных партнеров Украины становится более умеренной, пишет издание. При этом в украинском обществе все больше людей склоняется к идее начать переговоры с Россией, отмечает The Washington Post. В числе западных лидеров, готовых вести переговоры с Россией о мире в Украине, немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в политических кругах Германии. Немецкий чиновник подтвердил готовность Шольца к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии, что они откроют перспективу прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру, но предупредил Россию не воспринимать это как слабость, пишет агентство.
В свою очередь, издание Zeit сообщило, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным. Разговор может состояться в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии. В последний раз канцлер разговаривал с президентом России в декабре 2022 года. Ранее Шольц заявлял, что настало время обсудить пути мирного урегулирования в Украине. Он отмечал, что на следующей мирной конференции должна быть представлена Россия. Шольц также признал, что некоторые граждане Германии не согласны с поддержкой Украины. Вслед за этим газета «La Repubblica» сообщила, что Шольц якобы готовит собственный план мирного урегулирования в Украине, который не исключает передачу России части украинских территорий. Неприятные последствия пустых обещаний. С чем осталась Украина? Наряду с прогнозами касательно дальнейшей стратегии Запада в отношении украинского конфликта, в западной прессе появляется все больше материалов о том, с какими последствиями столкнется Украина после завершения боевых действий. «Неприятные последствия пустых обещаний» — под таким заголовком 6 октября вышла статья в польском издании «Дожечи». Суть публикации сводится к тому, что западные партнеры Киева стремились к войне с Россией и подталкивали Украину к конфронтации. Однако все, что получил Киев от Запада, это пустые иллюзии и заведомо невыполнимые обещания. Издание отмечает, что Запад так и не смог достичь целей в противостоянии с Россией. Российская армия продвигается вперед. После многих месяцев боев пал Угледар, который, по словам украинцев, был неприступной крепостью. Ситуация на фронте для ВСУ продолжает ухудшаться. На Западе это понимают. Во время недавней сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке было видно, как изменились тон и содержание дискуссий о потенциальном мирном соглашении между Россией и Украиной. А ведь еще недавно в Киеве заявляли, что готовы бороться за восстановление границ Украины. Свою поддержку в этом вопросе украинским властям активно демонстрировали польские политики. При этом любые попытки воззвать к здравому смыслу и призвать к уступкам и поиску компромисса расценивались как работа на Кремль. До недавнего времени вопрос территориальных уступок считался табу. Однако сейчас возможность компромисса обсуждается на высоком уровне, отмечает польское издание. Есть информация, что данный вопрос с западными коллегами поднимал глава МИД Украины Андрей Сегиба во время визита в США. Автор статьи полагает, что наилучшим моментом для мирного урегулирования был март-апрель 2022 года, когда конфликт только начинался. Однако Вашингтон и Лондон хотели воевать, и с тех пор положение Украины значительно ухудшилось. Планы Запада не сработали. Санкции против России провалились. Москву поддержали большинство стран глобального юга. Российская экономика встала на военные рельсы, что позволило нарастить военный потенциал и добиться успехов на фронте. За это время ресурсы украинской армии исчерпались. ВСУ не хватает солдат. Киев предпринял попытку переломить ситуацию вторжением в Курскую область. Однако эта затея провалилась. И на фоне всего этого на Ближнем Востоке развернулся еще один театр военных действий, гораздо более важный для США, а значит, Украина больше не в приоритете. В статье отмечается, что Киев сейчас в гораздо худшей переговорной позиции, чем 2 года назад. Вина за это лежит на украинских властях, в том числе на Зеленском. Однако ответственность за происходящее несут и западные союзники Украины, в том числе Польша, которые поощряли Киев к войне против России. Они давали невыполнимые обещания, морочили украинцам голову о чудо-оружии. Но в противостоянии с Москвой ни Запад, ни Киев так и не достигли своих целей, резюмирует автор. Вопросом, что дала война в Украине, задается и американское издание «The American Conservative». В статье отмечается, что у Киева был реальный шанс достичь компромисса с Россией еще в самом начале конфликта. По итогам переговоров в Стамбуле в украинской делегации заявляли, что Путин продемонстрировал искреннее стремление достичь мира. В проекте договора было указано, что Украина может стремиться к членству в Европейском Союзе, но предоставит письменную гарантию того, что она не вступит в НАТО.
Это был ключевой момент. Он обеспечивал защиту прав этнических русских в Украине, давал гарантии безопасности для Украины и ограничивал численность украинских вооруженных сил. Донбасс оставался бы автономным, Крым – российским. Херсонская и Запорожская области, которые сейчас включены в состав России, в то время оставались частью Украины. Но вместо того, чтобы поощрять и содействовать столь многообещающим переговорам, США и Великобритания им препятствовали, пишет The American Conservative. Вместо того, чтобы идти по пути дипломатического урегулирования, Запад увеличил военную помощь Киеву и усилил давление на Россию. Сегодня украинская армия продолжает отступать. Фронт трещит по швам, ряд городов разрушены, погибли или были ранены сотни тысяч солдат ВСУ. Украина лишилась части своих территорий. Провал наступления на Курской дуге, развал фронта в Донбассе и очевидный провал плана победы Зеленского могут подвести как Вашингтон, так и Киев к осознанию того, что возврат к согласованному в Стамбуле договору может оказаться самым разумным шагом в стратегическом плане, пишет The American Conservative. В России неоднократно заявляли, что Стамбульские соглашения все еще могут стать основой для начала переговоров. Недавно Путин выдвинул мирное предложение, основанное на стамбульских договоренностях, но скорректированное с учетом новых территориальных реалий. И в этом трагедия Украины, отмечает The American Conservative. В апреле 2022 года Украина была на пороге дипломатического урегулирования конфликта с Россией, что отвечало ее интересам. Но Запад подначивал Киев продолжать борьбу ради достижения западных целей. С тех пор погибли сотни тысяч украинцев. Более 6 миллионов граждан покинули страну. Нанесен значительный урон инфраструктуре. И после всего этого Украина должна будет вернуться к вопросу урегулирования. Хотя мира можно было достичь еще в апреле 2022 года, без нынешних потерь. Возможно, настанет время, когда Зеленскому, Байдену, Джонсону и многочисленной группе поддержки, включая госсекретаря Энтони Блинкена, придется ответить на вопрос о том, чего они добились, начав войну. Резюмирует The American Conservative.